самые сложные испытания начинаются для наших участниц. Давайте еще раз пожелаем им удачи и пригласим их на сцену. Участницы конкурса «Мисс Академия 2015». Аплодисменты громче, громче, дамы и господа. Встречайте. Итак, девушки, получайте планшеты. Это очень нужный атрибут для следующего конкурса. Значит, уважаемые зрители, девушки знают суть конкурса, но пока еще не знают, что конкретно их ждет. А ждет их следующее. Сейчас на голубых экранах, вот этих вот, или они не голубые, они белые, на белых экранах, появится изображение, внимание, девушки, шестерых очень известных мужчин, которые объединяет одно. Они все лишены растительности на голове. Ну, то есть, просто говоря, абсолютно лысые. Вы в течение минуты должны, глядя на экран, определить, кто под каким номером скрывается, потому что лица у них будут закрыты. Вам предстоит узнать, под каким номером скрывается Гоша Куценко, под каким Федор Бондарчук, под каким Вин Дизель, под каким Брюс Уиллис, Дмитрий Нагиев и Алексей Ермолович. Итак, сделайте, пожалуйста, несколько шагов вперед на исходную позицию. И внимание на экран. Время закончилось. Девушки, пожалуйста, отходите на исходную позицию. А, хотя нет, оставайтесь пока здесь, потому что мы же должны проверить сначала, действительно. Ну что, соберите, пожалуйста, ручки, ребят, помощники, соберите ручки у девушек, чтобы они не мешали. Давайте поаплодируем, это было очень сложно, уважаемые зрители, поверьте мне. Я сам, честно говоря, пока еще не знаю, кто где, потому что я эту картинку вижу в первый раз. Вот. Собрали, да? Ну, давайте начнем проверять. У меня вот принесли волшебную матрицу. Сейчас мы будем с помощью нее проверять. Итак, участница под номером 1, Алина Михайлова, под ваши аплодисменты. Идемте сюда, Алина. Уважаемый жюри, я прошу фиксировать. У Алины три правильных ответа. Три правильных ответа. Участница под номером 2, Ольга Трошина. Не любите вы лысых, Олечка? Ни одного правильного ответа. Оля, возьмите, пожалуйста, возьмите папочку. Участница под номером 3, Екатерина Дельчева. Браво! 5 правильных ответов. Дарья Рыжкина, номер 4. У Дарьи 1 правильный ответ. Елена Свеченко, номер 5. Два правильных ответа.
6, Дарья Полетаева. Один правильный ответ. Екатерина Иванова, номер 7. Три правильных ответа. Номер 8, Мария Трубкина. Три правильных ответа. Номер 9, Нина Буданова. Пять правильных ответов. Номер 10, Светлана Балонова. Два правильных ответа. И номер 11, Татьяна Иванова. Танечка, у вас ничего. Ну что же, девушки, поднимите, пожалуйста. Вот просто всем интересно, где же был Алексей Ермолович, я так подозреваю. Итак, кто решил, что номер один Алексей Ермолович? Поднимите, пожалуйста, девушки. Были такие? Никого не было. Итак, номер один у нас был Федор Бондарчук. Федор Бондарчук номер один. Кто решил, что Алексей Ермолович номер два? Есть такие? Вы решили, что номер два. Итак, смотрим, кто же у нас был под номером два. Гоша Куценко. Спасибо. Девушки, кто решил, что номер три? Есть такие, кто номер три? Нет. Нет никого. Кто у нас был номер три? Дмитрий Нагиев. Были ли кто решил, что Алексей под номером 4 скрывается? Были, да? Итак, под номером 4 кто у нас был? Вин Дизель. А интересно, были ли кто решил, что Алексей под номером 6? Под номером 6. Под номером 6 у нас? Под номером 6 кто у нас был? Брюс Уиллис. Брюс Уиллиса все узнали, естественно. Ну и, соответственно, смотрим, кто же был под номером 5. Девушки, я думаю, все решили, что под номером 5 Алексей Ермолович. Нет, ребят, подождите. По-моему, это не Алексей Ермолович. Это Виктор Сухоруков, да? Виктор Сухоруков. Алексей, видишь, значит, ты можешь быть двойником Виктора Сухорукова. Ваши аплодисменты. Ребят, заберите, пожалуйста, у девушек планшетики. Заберите планшетики. Пока я буду объявлять следующий конкурс, девушки сейчас заберут планшетики, и я объявлю следующий конкурс, а вы будете готовиться. Уважаемые зрители, давайте начнем голосование за конкурс зрительских симпатий. Волонтеры будут находиться по южной стороне зала. Нужно будет передать туда свои билетики для голосования, и начнутся подводиться итоги. Волонтеры, покажитесь, помашите руками как-то, вот кто там у нас собирает. Вон они идут, да? Поднимайте руки и, в общем, передавайте. Девушки, вы можете идти готовиться к следующему конкурсу. Давайте поаплодируем им. Еще раз ваши аплодисменты.